Всем привет, друзья! И, как обещали, сегодня едем в лес, едем на водохранилище по поводу Севастопольска. Видите, я стою по центру Севастопольска. Как обещали, там 9 или какого, 7 или 8 ее закончить, полностью сдать. Ну, как вы видите, ничего не сдано. Первый слой, черновой слой асфальта закатан уже наполовине. Здесь закатано полностью, здесь еще не закатано. Ну и дальше будем добираться, я обязательно покажу, насколько там еще, где и как, какие работы идут. Так что... Ну, друзья, обещал показать Севастопольскую, еще не готово. Но дело движется к развязке. В общем, дальше под музычку будем ехать, где-то из маршрутки или из, вот так, видите, электробус поехал, рожки опущены. Потому что вот троллеи идут здесь, а они ходят там, в общем, не получается у них. В общем, будем ехать дальше, я покажу под музычку, как, где, чего на Севастопольской происходит. Ну, в общем, они потом. Друзья, как... Во, наконец-то хоть кто-то изволил поздороваться. Друзья, ну, видели, Севастопольская, да, не готова еще. Она готова процентов на 80, именно сама проезжая часть. Ой, солнышко нам в спинку будет. В общем, готова она процентов на 80, проезжая часть, а тротуары в, ну, вдоль всего этого еще не готовы процентов на 100. В общем, совсем не готовы. Ну, а мы, как обещали, приехали на водохранилище. Ну, видите, там люди отдыхают. Водохранилище, да, чуть подмелело у нас. На самом деле, водохранилище размером у нас 4,5-4,6 километра на километр ширину. Но это когда оно, ну, как сказать, полное. То есть вот здесь вот, вот здесь, это все еще должна быть вода. И вот до сих пор должна быть вода. Это сейчас ушло. Дождей давненько не было просто, и оно чуть подмелело. Мы сейчас идем... Петровна у нас, оказывается, не видела никогда эту плотину, ну, дамбу, или как это называть, плотина она называется. Ну, в общем, с этой стороны. Покажем ей эту дамбу. Ну, а само водохранилище выглядит вот так. Ну, мы еще будем ходить гулять, так что, друзья, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Да, девчули? Да. Очень многословные ребята у меня тут со мной. Вот девочки ходят, они прям... Да, с краудяшками. Их прям не унять, вот прям рты не закрываются, смотрите. Да, да, да. Смотри, шиповник. Смотри, шиповник. А, пойдем, поедим. Пойдем. Друзья, шиповник мочегонный. Кто полезная, будет запаривать, полезная. Да. Я в садике его ела, потом вот эти штуки выплевывала у меня. Круто. В общем, друзья, сейчас мы где-то, ну, угомонимся и включимся. Сегодня 11-е. Че месяц-то какой? Ноябрь. 11 ноября сегодня. 11 ноября. На улице вот мы идем. Мне, честно, жарковато. Мне жарковато, да? Вот. То есть вот так как-то, вот так. А я просто... Без колготок и с дырками. С дырками, да, и без колготок. В общем,
Ну, жарковато. Я не знаю, сейчас на солнце, ну, градусов 25, не меньше. В теньке, особенно когда ветерочек дует, чуть попрохладнее. Ну, а вообще, вон, видите, красные кусты. Вон ворон пришли. Ну, я думаю, видно не будет ворона. А тем более, он там что-то чистит свои перья. Вон пчела. Ну, пчела, это тоже хорошо. Пчелы еще летают. Я включился, бабочки летели три такие, знаете, друг за другом гонялись. И думаю, ну, нормально, 11 ноября бабочки летают. Очень круто. Да, друзья, я сижу на дне, здесь еще должна быть вода, но так как сейчас ушла она. Водохранилище это, ну, оно, как сказать, руками выкопано, искусственное. Начали копать его в 52-м году, вроде бы, а закончили то ли в 54-м, вроде сдали его. Самое глубокое место водохранилища, ну, я так понимаю, это где-то вот там в центре, 34 метра. Ну, тоже довольно глубоко, 34 метра. Девчули вон пораздевались, видите, жарко. Да. Чей, жарко? Зима скоро. 11 или 10, мы так и не решили, какое сегодня число. Но все-таки 10 вот настаиваю. В майке, видите? Одна в майке, одна вон в этом. В кофте. Кофта, как назвать? Кофта, наверное. Свитерочек, да. Рыбачки опять же ловят рыбку. Но они высохнут только дома. Она уже намочила ноги. Ну, видите? Видите, да, прям печаль, беда. Купальники не взяли. Да. Купальник. Кстати, воду трогал кто-нибудь? Я ногой. Смотри, не нырни только. Такая. Ну такая. Сколько градусов? 15, 16, 20? Градусов 15. На принципе, по воде походить можно. Походить можно, но не стоит. В общем, друзья, ну вот. Вот такая погода. Фу, на солнце сижу, прям вообще печет. Я, друзья, даже прям припотел немножко. Что-то прям фу. Вроде сижу, ничего не делаю, и все равно жарко. Обед оставил. Чего? Обед оставил. Обед. Ну, в общем, мы пока здесь чуть посидим, а дальше включимся и что-нибудь интересное. Чем покажем, расскажем. Да, подсолнух, кстати. Не знаю, будет видно или нет, но торчит подсолнух. Подсолнух, и пчелки его объедают. Красота. И он как-то вот так вот кто-то семечки добросил, а в общем выросло. Да. Погода, сами понимаете, переменная облачность. Видите, сейчас заходит за облачко, и хоть будет не так жарко. Ну а мы пойдем, когда дальше гулять, включимся. Ребята, смотрите, неприличные кадры, оказывается, это. Жалко, что меня это не останавливает. Катюха просто наделала еды с собой, как на Маланину свадьбу, блин. Все? Не, до конца дай. Даже здесь коты не дают спокойно поесть. Люди рыбу ловят. А я включился, чтобы показать вам эту плотину. Четвердак торчит. Хорошо сегодня видно четвердак. За грибами. Ну, если найдете грибы, я... Да продавали же много. Продавали много, но просто интересно, найдете вы их или нет. Ну что, друзья, углубляемся в лес.
Водохранилище у нас осталось вот здесь за спиной, и мы углубляемся в лес. Ну, как лес. Опять же, я же говорю, кто смотрит нас в Сибири, где есть там тайга, для них, понятно, это не лес, ну, а для нас это лес, причем здесь лес не искусственный, высаженный. Вон девчули мои впереди идут. Это вот прямо лес, ну, такой, который лес, который сам растет, и он не хвойный, а лиственный лес. Поэтому мы сели, видите, посреди дороги, думаю, да, чё там. В общем, углубляемся в лес, уже цветов, красок таких мы не увидите, видите, оно как бы уже все облетело в большинстве своем. Но и сейчас стало хорошо, солнышко пропало, и не так, хотя вы смотрите, на той стороне водохранилище еще солнышко, а здесь у нас уже тенек, и снимать станет немножко полегче, не надо ракурсы выбирать. Ну и мы пойдем сейчас погуляем. Вот видите, подложечка вся желтая. В лесу все в листве. Какие-то руины вот там вдалеке, вдалеке стоят. А вот там дальше вот, вот там лодочная станция. Но мы, так как ушли от водохранилища и пошли в лес, все, что будет интересно, мы обязательно все покажем, и мы расскажем. Но я же говорю, буйство красок вы уже не увидите, потому как здесь все облетело. Прям совсем немножко листиков осталось. Ну, еще, правда, попадаются зелененькие, вот, типа вот такие. Они уже и не зеленые, но еще не желтые. Средние, скажем так. Мы устали. Знаете как, мы писали, наши пальчики устали. А тут мы ходили и устали. Ничего грибов не хотят рассказывать. Грибов нет. Мы даже их не искали. Ну, а мы ходим вот здесь, такой лес, не знаю, вот туйка растет. Но не пахнет. Мы, друзья, забрались в лесу на сопку. Ну, вдоль водохранилища ходим, гуляем. Забрались на сопку. Ну, такую, видите, лес. Я смотрела, как... Давай, смотри. Нет, никак не хотят. Я не на это смотрю. В общем, забрались, оттуда мы ушли, забрались. Идем, вот видите, впереди, там дальше у нас тоже водохранилище. Оно все еще продолжается, и мы вдоль него... А? Нет, до сюда нет. Здесь всегда было сухо, сюда водохранилище не доходит, оно внизу там остается. Но. Воздух хороший, свежий. Воздух хороший. Вот там. Идет трасса. Это же я не знаю, вам слышно или нет, но я слышу, как машины гудят, но здесь хорошо, птички поют. Красота. Ну, правда, да. Я думал, мы успеем застать какие-то еще, ну, краски, там, желтого, красного. Нет, здесь уже все облетело, видите. Уже зима скоро. Зима? Да, скоро. Через 20 дней зима. А у нас все плюс 20. Пойдемте вниз спустимся. Посмотрим. Это у нас такой получится вложик, потому как, ну, красивого ничего особо нет. И вон, видите, очаг сложенный. Здесь тоже видно, люди приходят посидеть. И вот очаг сложили. Видно, жарили шашлычки или что-то такое. А мы сейчас здесь повернем направо. Вот туда. И куда-то пойдем дальше. Или спустимся, может, к воде еще раз. Подойдем. В общем, друзья, смотрите. Я думаю, будет интересно. Ай, красота. Всем здравствуйте! Мы идем на водохранилище. Мама пошла туда вперед, а мы здесь с Сашей ее сейчас будем догонять. Кстати, воды мало, а там вон шарики. Вон там. Ну их не видно, наверное. Ну ничего. Короче, тут камни лежат. Смотрите, как красиво. Смотри, я думаю, вам вот туда идти. Как там эта гора? А ее так называется? Чердак. Ну ничего, да кого это вообще интересует? По-моему, я знаю тебе подарок на Новый год. Что? Камера за стабилизатором? Ну, я думаю, да. Действительно. Плен там будешь мне платить. Мы сейчас спускаемся? Да. Спускаемся, Сань? Спускайтесь, как хотите. Спускайся. Стой, руку дай.
Ты лупанулась. Дай. Стой! А я буду этого снимать. А стой, скажу! Действительно. Давай, Саша. Давай, суперсемейка. Все, иди. Дядь Саша, а вас кто держать будет? Я сам спрыгну. Давай. Мы не лекарь, тебя поснимать, ну, или сейчас тебя тоже нет, держать? Нет, я подожди, я туда пройду. Давай я тебя возьму. Держите меня. Там, да. Итак. Тут вроде бы легче спускаться. Что за камера? Вот. Короче, мы вышли на берег. Или как это называется? Ну, вот. А дядь Саша где-то там. Вот. Я не думаю, что вам там легче будет это спуститься. Я верю, что не легче будет. Тебе помочь, Кот? Да, давай, не снимай, как это сжимает. Ловим, ловим, ловим. Отлично. Делаем контент, качественный контент. Ну, зато спустимся. Что сейчас делать будем? Мы, короче, пойдем. Я не хочу кушать. А? Не хочу кушать. У меня такое впечатление, что надо позагорать. Позагорать, кстати, можно. Ну, реально. Короче. И солнышко мы сейчас... Мы сейчас будем кушать. И потом вам покажем все. А, вам сейчас дядь Саша музыку тут включит. А пока мы посмотрите. Подписывайтесь на канал Алексит, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик. Так. Кстати, вот там вот гора Четвердак. Четвердак? Не-не, Четвердак, все правильно. Ну ладно. Я вам сейчас покажу, где много-много рыбаков. На камере это, скорее всего, не видно. Вот там вот есть что-то типа островка, и там очень много рыбаков сидят и ловят рыбу. Но
сейчас подойду поближе, мы бы получится заснять. Но, скорее всего, нет, потому что, типа, на камере это не видно. Ну, вот там, вот, короче, там есть островок, там много машин, и там, вот, всё, там машины, короче. И вон, там еще машин много. И все ловят рыбу, но рыбы толком-то нет, вроде бы там. Мы когда только-только пришли, там видно было, что рыба есть, но там совсем маленькие. Как там даже стыдно дать. Тут, кстати, вода красивая. Но все равно тут красиво. Можете сюда приезжать. Топ-топ-топ-топ. Главное не упасть с камеры. Чё ты говорить? Куда давай, мы сейчас идем? Куда мы сейчас идем? Мы идем уже к трассе. А в кафе будем заходить? Может быть. В Сиси. А, нет, в Сиси навряд ли, потому что это в центре города, а там пробки. Да. Сейчас посмотрим. Давай выйдем, может, к этому парку куда-то. Идите. Идите. Пошли вон, бандиты. Сейчас собраться с мыслями. Мы сейчас идем уже ближе к трассе и будем уезжать домой. Мама, аккуратно, не упади. И дядь Саша, вы тоже не падайте. А то лететь долго. Я же сказала, не падайте. Такие баллончики красивые с краской. Выцарапанный класс. Против солнца не очень удобно, да, снимать? Против солнца все темное. Как в... Это мгновенная карма. Вот, мы будем уже идти домой. И потом все расскажем. Может быть, зайдем в кафе в какой-то, как сказал дядя Саша или мама. Действительно. То как вам ваши прогулки сегодняшние? Вот просто все шикарно. Типа красиво, музыку. А, давай, идем замедленно, идем. Это мусор, который надо выбросить. Ага. Ну, только меня не надо выбрасывать. Дочка, ну что? Тут, короче, рыбаки стоят. Сидят. Вот. Рассказывай про рыбаков. Эй!
там бьет родник и падает сюда. Ладно. Кстати, где-то там, типа, бьет уже второй большой родник, но мы его уже, типа, второй такой видим, и впадает в само водохранилище. Я не в курсе, я же, говорит, это, ну, медсестра. Это вы вырежете или нет? Не знаю, посмотрим. Бедненькие. Ну, бедненькие устали, находились за целый день. Давай втроем ставим. Фу. Отстань. Да, я проваливаюсь почти. Давай хоть раз втроем. Да ладно, зови. Здрасте. Здрасте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Алексит, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока. Ребят, вот такой вот вложик у нас получился, заканчиваем. Мадамы идут впереди. Вот так вот. Меня будет слышно, я же громогласный. В общем, друзья, заканчиваем на конечной. Конечная троллейбуса Марьино. Заканчиваем здесь, садимся сейчас. Стойте! Сейчас переходим на ту сторону по светофору, заканчиваем. В общем, пишите, понравилось вам, не понравилось. Вот такой вот вложик. Все, друзья, пока!